С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности, но в вопросе «а что потом?» проявляют предел беспечности. Что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвенье, только главный из всех других ныне в страшном пренебрежении. Для решения иных проблем люди издали собираются, много самых различных тем разбирается, обсуждается. Всем вопросам в пути земном уделяют свое внимание, но подумать, а что потом, нет ни времени, ни желания. Каждый день дела, дела, так их много до бесконечности. Оглянулся, а жизнь прошла, и стоишь на пороге вечности. Жар мечтаний и прелесть грез, все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, смолкнет голос, покой дарующий. Так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих. Аминь.